В мире давно идет война, в которой главная роль отведена людям с паранормальными способностями. Я полномасштабно занимался использованием и применением экстрасенсорного восприятия. Они разоблачают шпионов, обнаруживают засекреченные военные объекты и манипулируют сознанием мировых лидеров. Откуда боевые экстрасенсы получают информацию, недоступную даже спецслужбам? Самые шокирующие гипотезы проверены Игорем Прокопенко. Сегодня в 18:00 на Рен-ТВ.